Всем привет-привет, дорогие зрители и подписчики. Сегодня у нас на распаковке три посылочки с AliExpress. Прошлое видео у меня было как бы видео часиков. Сегодня я решил заснять для вас уже одежку. Давно уже одежки как бы не было уже. Уже пришла весна, была холодная, хотя уже теплая. Нужно как-то одеваться. Шопинг будем делать. Итак вот, начнем. Давайте-ка же начнем с самого маленького. Так, тут нам должно быть прийти была бабочка. Бабочка. Очень стильная должна быть. Кто любит ходить в бабочках, вот посмотрите. Там очень много видов было бабочек. Но я именно взял там для работы синего цвета. Синего цвета бабочка. Я нашел ее на групповых покупках за $0.05. Продавец ее оценил в бакс, а вес 25 грамм. Без трека она и шла быстро, 17 дней. Так, посмотрим, что же нам отправили китайцы. О, упаковано хорошо. Вот так вот, бабочка, о, большая. Размерчики неплохие, вот такая вот бабочка, симпатичная, синяя цвета. Сейчас распакуем. Материал, наверное, полиэстер или хлопок. Какие деньги, хлопок вам никто. Ну, главное, чтобы не линяло там цвет был. Ну, приятный. Ощущение ткани. Вот так вот, вот это заворачивайте за шею. Вот такая вот застежка тут. Как в лифчике. Похожие. И вы тут выставляете себе. У кого потолще шея, у кого худее. Вот. Вот такая вот бабочка. $1.05. Ссылочки сброшу в описании. Смотрите снизу под видео. Вот там еще были галстуки. Я галстук тоже заказывал. Но там не синего цвета, там он разноцветный. Черные и белые полосы. Но еще пока не пришел. Пока придет, я обязательно вам покажу. Тот галстук. За такие копейки покупайте, налетайте. Пока еще бакс опять не вернулся, как помню, зимой по 32 гривны. Сейчас он 24, там колебается 23-24. Итак, следующая посылочка у нас леггинсы. Я раз заказывал, там показывал леггинсы, типа как бы они джинсы, имитация джинсов леггинсы. Очень популярны, их раскупают. Мне их сразу тогда разобрали. И шла трек-кодом. Стоит 3.35, ну 3 бакса 35 центов. Шли они ко мне 22 дня. Продавец вообще их оценил в бакс. И вес 500 грамм или 50, наверное, 500 грамм, да. Вот такие вот. Сейчас посмотрим, что же нам тут надо аккуратно, чтобы не повредить. Чьи-то леггинсы, кто себе купит. Они должны быть, там были синего цвета. Синего цвета и черного. Я синего более как к джинсам похожие заказал леггинсы. Леггинсы, так, в середине пусто, подарков в последнее время никаких, никто не ложит нам. Так, 3.35, вот даже бренд есть, стайл, типа стиль, fashion, slim shape, pants. Вот они, типа, как под платьем идут. Вроде бы должен быть хлопок. Фотографии я сброшу, там, как они на китаяночке сидят в конце видео, смотрите. А себя я надевать, конечно, не буду. Вот такие вот. Материал приятный, легенький такой, скользит немножко. Думаю, чтобы катыше не было. Вот тут все написано. Бренд Хуйхуйджио. Как говорится, китайские имена. Если на нашем переводе, то как матюки. Да. Вот типа тут купубочка. Но это все рисунки, это имитация джинсов. Это лагицы. Вот такие вот. Леггинсы сейчас вам расстелю, покажу. Вот так вот. Как бы это все имитация. Вот. Вот они. В конце зауженные, тут резинка есть. Да. Там только один размер фри, как всегда. Это меня бесит, конечно. Китайцы фри. Один что? Есть же повыше девушки, есть поменьше с ростом, есть полнее, есть худее. Материал хлопок, да. Размер я посмотрел, тут талия
57-60. Как определить 57-60? Обычно там сантиметр, полтора разница, а тут 3 сантиметра разница. Я же, конечно, их не мерил. Думаю, да, 57-60 тут есть. Вот такие женские. Женские леггинсы. Вот они с середины. Ну, все качественно пошито. Не тоненькие. На весну и лето будет в самый раз. Длина их 84-88 сантиметров. Манжеты по периметру 20 сантиметров. Вот такие вот леггинсы. 3,35. Ссылочки тоже сброшу в описании. Вот, а еще он мне показал, как сзади. Вот сзади они. Вот так вот. Вот на карманах как бы типа потертости. Вот так вот. Вот такие вот лайцы. Пахнут не китайщиной, приятно. Видно, что бренд. Вот такой вот бренд. Смотрите внимательно. Может кто-то поиски будет искать. С обратной стороны ничего нету. Итак, продолжим же дальше. Вот еще я заказал платье, там дешевое, $4.75. Почитал комментарии, пишут, отличное платье за свои деньги. Шло оно ко мне 21 день. Трек-кодом все отлично было, пришло быстро. Продавец оценил 3 бакса, вес 141 грамм, видно, на почте весит. Итак, начнем. Посмотрим, черного цвета. Ну там аж цветов 7-8 было, там разные цвета, но именно черного взял. Цвета. Аккуратненько, чтобы не порезать платьице и коробку. Черный цвет популярен. Ой, разрезал уже. Но главное, что платье живое. Коробка-то не важна. Так, в середине пусто. Как всегда, китайцы уже давно мне присылали там всякие стилусов халявных. Или то, что там желток от белка отделяет. Как неудивительно. Закончилось это на кризис у них тоже в стране. Так вот. 475. 9 цветов и как всегда тоже. Размер это 3. Один размер. Длина 81 сантиметр, бюст 60 сантиметров. Материал написали, а не хлопок. Но я думаю, играли тут хлопок. Это какая-то синтетика. Как. И лается, и тут бабочка-то. А может быть их... Хлопок вроде бы, нифига себе. Китайцы не поленили за такие деньги вроде бы хлопок. Вот, тоже фоточки сброшу. Описание. Оно как бы типа туника идет. Вот тут пуечки. Да, раз, два, три, четыре, пять. Качественно все пошито, но тут нитка торчит. Ну и можно оторвать. Вот так вот оно. Сейчас вам расстелю, покажу. Вот. Вот такое оно. Узенькая, да, на худенькую девушку. Плечики. И вот сейчас с этой стороны. Ну, со спины обычно черное, все вот такое оно. Вот вроде маркировок никаких нету. Где есть, где тут, что тут. Made in подвал. Ну, вот швы, все аккуратно тут. Никаких бирок нету. Точно, Made in подвал. Китай, да, нету ни одной бирки. Материал, там состав материала. Вот такое вот платьечко, 4,75. Ну, я думаю, свои деньги стоит. Главное, чтобы катыше не было. Если будут, покупайте машинку, я там видео снимал. Она мне очень помогает, потому что она покупляла в Китае этой одежки и одни катышей. Вот так вот, ссылочки тоже смотрите под видео. Я сброшу в описании. В ближайшее время думаю проводить конкурс там на беспроводные спортивные наушники. Там через какой-то канал еще в будущем увидим. Пока с этим не спешим. Фон тоже в ближайшем будущем поменяем. Так, вот фотки сброшу все. Ну, как они на Китае. Ну, сайта возьму и в конце видео сброшу, чтобы смотреть. Потому что на себя я надевать не буду. Кому понравилось, там лайки, дизлайки. Все ссылки в описании. Подписываемся. Всем хорошего настроения, дня. Пока-пока.